Прочитав такой кричащий заголовок, вы можете заподозрить автора видео в лукавстве. Казалось бы, какая тайна может содержаться в молоке? Однако процесс образования этого продукта стал известен относительно недавно, тогда как в Коране, ниспосланном более 14 веков назад, об этом рассказывается достаточно подробно. Господь в Писании говорит: «Воистину, в вашем скоте для вас назидание. Мы поим вас тем, что внутри их тел, происходящим из смеси между содержимым их кишок и крови, молоком чистым и приятным для пьющих». Смысл 66-го аята суры «Ан-Нахль». Вот так прокомментировал этот аят известный французский исследователь, врач-гастроэнтеролог Морис Букай в книге «Библия, Коран и наука». Если взглянуть на этот аят с научной точки зрения, то для понимания его смысла необходимо обратиться к чисто физиологическим понятиям. Питательные вещества для организма образуются в результате химических реакций расщепления пищи, происходящих по всей длине пищеварительного тракта. Первоначально эти вещества присутствуют в содержимом кишечника. Как только химическая реакция расщепления достигает окончательной стадии, эти вещества просачиваются сквозь стенки кишок и попадают в систему кровообращения. Процесс перехода веществ в кровь может происходить двояким путем – непосредственно через лимфатические сосуды или же опосредственно через воротные системы кровообращения. В последнем случае питающие вещества попадают сначала в печень, где претерпевают изменения, а затем уже в кровеносную систему. Компоненты молока вырабатываются молочными железами. Питательные вещества, поступающие в эти железы, также образуются в результате переваривания пищи и доносятся к молочным железам потоком крови в сосудах. Так что кровь играет роль накопителя и проводника всего того, что получено из пищи, поставляя питательные вещества в молочные железы, вырабатывающие молоко, как и к другим органам тела. Следовательно, исходный процесс, приводящий в движение все остальное, это происходящее после реакции расщепления соединение содержимого кишечника через его стенки с кровью, иными словами, попадание этого содержимого в кровеносные сосуды, пронизывающие стенки кишечника. Этот сложнейший процесс был до мельчайших тонкостей изучен в ходе исследований химических и физиологических аспектов функционирования пищеварительной системы. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о нем вообще ничего не было известно. Ведь принцип функционирования системы кровообращения был открыт Гарвеем приблизительно через 10 веков после ниспослания откровения Корана. Я считаю, что факту присутствия в Коране аята, где затронуты эти понятия, не может быть найдено никакого человеческого объяснения, так как он был сформулирован в период, когда все такие понятия были покрыты глубокой тайной. Каждому своему созданию Всевышний Аллах дал соответствующий ему удел. Каждый человек непременно получит уготованное ему пропитание, но люди по-разному зарабатывают свой кусок хлеба. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побуждал своих последователей к тому, чтобы они всегда зарабатывали на жизнь своим трудом, чтобы таким образом, воздерживаясь от попрощайничества, избегать стремления к получению подарков от людей. Всевышний Аллах в священном Коране сказал, смысл: «А когда будет закончен еженедельный джума-намаз, общая пятничная молитва, то расходитесь по земле, чтобы торговать и выполнять свои дела, и ищите свой удел от щедрости Аллаха. Поистине, ваш удел находится у Всевышнего Аллаха, который является щедрым благодетелем». Сура Аль-Джума, аят 10. В этом аяте Всевышний Аллах указывает, чтобы мы зарабатывали себе на жизнь и при этом не забывали, у кого находится наш удел. Поэтому нам следует всегда просить о пропитании у Всевышнего. Передается, что Рак ибн Малик, да будет доволен им Аллах, после джума-намаза выходил из мечети и, стоя у ее дверей, говорил: «О Аллах, я принял твое приглашение и совершил намаз, который ты вменил мне в обязанность. И я вышел, исполняя твое повеление,
Дай же из своей щедрости мне необходимые средства к существованию, ведь ты лучший из дающих пропитание. Также передается от некоторых праведных предшественников. Кто будет продавать и покупать в пятницу после джума-намаза, получит в 70 раз больше благодати. Что касается слов Всевышнего «И поминайте Аллаха часто, вы преуспеете в этом мире и вечной жизни», то они призывают поминать Всевышнего Аллаха во время продажи, покупки, когда что-то дают или берут, и во время других дел. И пусть ваши земные заботы не отвлекают вас от того, что может вам принести пользу в мире вечном. Поэтому в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, который передается от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, говорится: «Если человек, который придет на рынок, скажет: „Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, он оживляет и умерщвляет, а сам он живой, который не умрет, у него есть благо, и он всемогущ“, Аллах запишет ему совершение тысячи тысяч добрых дел, сотрет записи от тысячи тысяч его дурных дел и возвысит его на тысячу тысяч ступеней». Хадис передали имамы Ахмад ат-Тирмизи ибн Маджа. Всевышний Аллах призывает нас зарабатывать на жизнь дозволенным путем и при этом не забывать поминать Его, помня о том, что все наше пропитание находится у Него. Всевышний Аллах не запретил нам принимать от других средства на жизнь, но Он передал своим рабам через своего посланника, алейхиссалату вассалям, что нам лучше собирать дрова и продавать их за еду, чем просить у людей пропитание. От Абу Абдуллаха Аз-Зубайра ибн Аль-Ауамы, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине, любому из вас взять свои веревки, а потом отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать ее, благодаря чему Аллах убережет вас от нужды, будет лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-то, но могут и отказать». Хадис передали имамы Ахмад, Бухари и Ибн Маджа. В другом хадисе, который передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине, любому из вас нарубить вязанку дров и принести их на своей спине будет лучше, чем просить кого-нибудь, кто может дать ему что-то, но может и отказать». Хадис передали имамы Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. Если изучить историю предыдущих пророков мир им, мы найдем, что и они зарабатывали средства на жизнь своими руками и питались только тем, что зарабатывали собственноручно. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Пророк Дауд, мир ему, питался лишь тем, на что он зарабатывал своими руками». Хадис передали имамы Бухари и Ибн Хиббан. Пророк Дауд, мир ему, тратил на себя лишь то, что получал от продажи кольчуг, которые он делал собственными руками, несмотря на то, что он был царем. Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Пророк Закария, мир ему, был плотником». Хадис передали имама Муслим, Ибн Маджа и Ибн Хиббан. Поэтому и нам следует зарабатывать себе на пропитание собственными руками, ибо такой заработок является сунной пророков, мир им. От Аль-Мигдама бин Маади Кариба, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал своими руками, и поистине, пророк Аллаха Дауд, да благословит его Аллах и приветствует, питался тем, на что он зарабатывал своими руками». Хадис передали имама Ахмад, Бухари, Ибн Маджа. Дай Аллах нам тауфик есть лучшую еду, заработанную своими руками. Аминь.